Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику, которые остались на Крымском полуострове после его аннексии. Об этом заявил российский президент на встрече с журналистами. Речь идет о десятках боевых кораблей и десятках самолетов. При этом Путин отметил, что вся военная техника находится в плачевном состоянии. Напомню, более 50 украинских кораблей в Крыму были захвачены. Украинские дипломаты неоднократно пытались добиться от России денежной компенсации либо возвращения этой техники.